Здравствуйте, уважаемые налогоплательщики. Хочу с вами поделиться новостью. У нас криптовалюта все облагается налогами. Практически вот прямо на днях это будет все происходить. Значит, 30 ноября Мишустин подписал проект закона, где говорится, признается, что криптовалюта является имуществом, что она не облагается, внимание, НДС, но облагается все остальными налогами. А это значит налогом на прибыль для юридических лиц, НДФЛ 13% для физических лиц, и если применять спецрежимы, соответствующие свои налоги. То есть это раз. Второе, вводится специальная отчетность. Если у вас оборот составляет более 600 тысяч рублей, то вы обязаны будете сдавать отчетность в налоговую службу. Вот. И если вы этого не сделали, то тогда штраф 10% от суммы или купленной вами криптовалюты, или от проданной криптовалюты. При том, что курс криптовалюты будет регулироваться, курсы криптовалюты будут регулироваться каким-то документом исполнительного органа. Что это за орган, кто будет это регулировать, как бы, видимо, мы в ближайшее время с вами узнаем. Значит, за то, что вы не заплатите налоги, которые с разницей доходов там есть, и так далее, то вы, соответственно, заплатите штраф, прямо здесь в законопроекте написано, 40%. Вот такая вот у нас горячая новость. Все это вводится уже со следующего года, с 2021 года, где надо будет платить и налоги, и предоставлять отчетность. Поэтому давайте дальше будем смотреть за судьбой этого законопроекта. То, что он будет внедрен, вопросов нет. На это выделяется налоговой службой примерно 130 миллионов рублей, для того, чтобы она создала систему контроля за криптовалютой. Посмотрим, как с этим справится наша налоговая служба.